Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в церкви почитается икона Пресвятой Богородицы Державная. Почему она так называется? Она, во-первых, изображена, Божья Матерь, изображена сидящей на троне с Богом-младенцем. В одной руке у Божьей Матери скипетр, в другой – держава, символы царской власти. Но название еще связано и с тем, что эта икона прославилась в 1917 году, когда одной крестьянке во сне несколько раз повторялось одно и то же: «Пойди в белый храм и там найди черную икону, которую необходимо показать людям, представить людям». И она обратилась к священнику, пошли в храм в Коломенском, в подвале нашли старую потемневшую икону, и когда ее отмыли, на ней проступила икона Божьей Матери, сидящей на троне. И по странному совпадению, это случилось в тот день, когда император Николай II отрекся от престола. И таким образом стало ясно, что царской власти самодержавие Россия лишилась, но Божья Матерь взяла наше государство, наш народ под свой небесный покров. С Богом, братья и сестры!